Populum Romanum liberum esse voluimus. Мы хотим, чтобы римский народ был свободным. Да, почти правильно. Единственное, что какое-то время, тут небольшая сложность с этим есть, это перфект. Мы захотели буквально получается буинус. Вот он. Вот, видите, перфект он, индикативе активе. Патер волит мс кередом. То же самое, да, волит. Отец хотел? Захотел. А? Да, она хотел, хорошо. А, захотел, чтобы... Так. А, чтобы я был наследником? Да. Cur non eis faves, eos laudas quorum similem tum filium esse vis. Чему ты не одобряешь его? Эйс, это не стимул. Это я, это не датив, это блатив? Это датив, но это датив, датив плюралис. А, ты почему ты не одобряешь их? Их. Почему не одобряешь их? Эос, это какой? Если не учу. Это, видите, очень похоже на эйс, да? Да, это просто, какой-то... Просто тупой падеж. Эйс. Так, акузативным. Акузатив, потому что управление глагола другое у лауду. Да, почему не хвалишь их? Ты хочешь, вис? Да, вис. Твой, вис. Сын, сын, твой сын был похож на них? Корм? На них, да. Именем кворум. Кворум это какой падеж? Генитив. Генитив плюралис тоже, да? Да, да. Почему ты не хвалишь, почему ты не благоволишь тем, на которых кворум, как ты хочешь, вис, чтобы твой сын был похож. Вот вультис мэ адьюваре ин ребус омнибус. Вы хотите, чтобы я помогал, вы хотите, чтобы я помогал во всех делах? Да, вы хотите, чтобы я помогал во всех делах. Ту македонас волюисти гено тиби понере венерарикве те ут деум. Так, ты хочешь... Волуисти это тоже перфект. Ты захотел. Чтобы македонец. Видите, получается, что это македонас, да? Латинского алфавита это, конечно, аккузативус плюралис. Чтобы македонцы. Так. Аккузативус, что важно, да? Это наш аккузативус из нашей темы. Ты хотел, что? Что македонцы? Понере, класть, ставить. Выражение такое. Вы не находили вот гену, а здесь есть такое выражение. Его можно, кстати, сказать Преклонить колено. Да, преклонить колено. Чтобы... Я прям вбиваю и вижу, да? О! Но это какой-то странный глагол, не подходит. Редкий. Ну, какой-то редкий еще, да? Как мало. А вот следующий глагол, смотрите, он частотный, ну, более частотный. И окончание. Мы должны понять, что это закончание. Ри на конце. Причем глагол какой, смотрите, на ор заканчивается? Значит, пассивный. Отложительный, да. Пассивный. Ну, да, да. То есть, я думаю, что Т, я подумал немножко, это все-таки... дополнение от этого глагола. А подлежащее, логическое, все то же самое, македонус. Чтобы македонцы преклонили колени и почитали тебя как Бога. Почитали тебя как Бога, да. Ты хотел, чтобы македонцы колени тебе
перед тобой понари, преклонили и почитали тебя, венерарите, как бога. Да. Annum novum voluntur esse primium mensam martium. Так, они хотят, чтобы новым, это же Новый год начинался с марта. Ну, это вы сочиняете, да, правильно догадываетесь? Давайте найдем все-таки аккузатив сначала. Это сложное предложение, кстати. Знаете почему? Потому что тут форма немного неправильная. Annum novum, насколько я понимаю. Ну, Annum novum это аккузатив как раз есть. А еще вариант есть? Тут еще есть аккузатив, да? Ну, менсом. Да нет. Менсом, примум менсом, да? А что с ним делать, с этим primum mensum? Тоже надо куда-то воткнуть его, да? Хорошо, давайте, как вы приводите. Значит, voluerunt, это, тут, кстати, тоже перфект. Вот это окончание erunt. Оно очень показательное, вот этот перфект. Они хотели, чтобы, да, чтобы Новый год, annum novum, да, если это аккузатив. И дальше что получается? А, как бы... чтобы март был первым месяцем. Месяцем чего? Нового года, да. Смотрите, это annum, это редуцируемая форма, я предполагаю, вместо annorum. Взяли просто два слога, один слог в середине, просто убрали, чтобы слово покороче было. И новым это тоже, я думаю, что это генитив. Получается, что они захотели, пожелали, чтобы первым месяцем чего? Annum novum, Нового года, был март. Вот так. Est natura comparatum ut quos amamur ad is etiam nos amare velimus. Мы хотим, чтобы мы любили, так. Ну, смотрите, если вы... написано, да, что comparatum – это перфектное причастие от compare, и оно вместе со словом est. Натура, смотрите, натура, то есть природа, да? Так все компара, то есть она так все приготовила, так все устроила, так все установила, из натуры компара, чтобы ут. Чтобы мы хотели. Чтобы мы хотели, верно, да? Чтобы мы хотели. Чтобы мы хотели, чтобы мы нос амари. Чтобы мы любили. Не, вот ри на конце, да? Ри. Какой-то инфинитив, какой? У него есть одна маленькая важная особенность, да? Пассивный. Да, я окно закрыл просто. Да, он пассивный, чтобы мы были любимы. Не любили, а были любимы. Чтобы мы были любимы. А со стороны кем, да? Из. Да, от из. От тех, то есть, чтобы нас любили те. Кто, кого мы любим. Кого мы любим. Марк, пожалуйста. Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris. Feceris. Что? Чего ты не хочешь, чтобы с тобой случилось? Да.
Ну, фикерис, я не понял, как эта форма. Другим как бы не делай, но это вроде не императив. Это, смотрите, это тоже конъюнктив. Конъюнктив, дайте посмотрим. А глагол факел. Не просто конъюнктив, а он еще в прошлом времени. Сейчас я объясню, смотрите, вот это факел, да? Очень удобно, пользуйтесь лингвой. Вот это. Нет, вот эта форма. Перфект конъюнктива. Конъюнктив почему? Потому что тут есть какое-то пожелание, да, что там написано. Да. Не делал бы ты. Не делал бы ты. Такое пожелание мягкое. Не просто императив, а мягкий. Не делал бы ты другому то, что ты не хочешь, чтобы тебе было сделано. Omnia bene facta in luce seculacteri volum. Так, они хотят, чтобы тускуланские беседы. Это философские беседы, что-то философское, может быть. Это все равно. Я думаю, знаете, что? Я думаю, что субъект Воланд совпадает. То есть все хорошее, все хорошо сделанное хочет само. Это оно хочет. Не люди хотят. Оно хочет, чтобы оно се. Се – это акузатив. Все хорошо сделано, хорошие книги, там, не знаю, хорошие спектакли, бог знает что, какие-то философские работы. Они сами хотят, чтобы они се. Были как бы выставлены на свет. How did enim quisquis provocator ad doctrinam suam in medium prote rendam quae nemo vult latere quae didicit? Ведь радуется, видимо, всякий, кто бы не вызывался к вот протерендам, я неплохо понимаю. Как я понимаю, это футуральное пассивное причастие от протера. Акузати. Как он переводится протера? Давить, раздавливать, сокрушать, опрокидывать, попирать. Жестоко обращаться. Что-то мне не нравится. Может, я ошибся. Надеюсь, я ошибся. Знаете, мы пропустим. Да. А дальше перейдем. Queen, name, wolf, да, 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 потому что никто не хочет скрывать, чему научился. Ну, от доктринам suam in medium. Понимаю, свое знание, свою науку в середину, в общество, наверное. А вот лотерея, да? Да, потому что никто не хочет скрывать то. Чему научился? Чему научился? Quae didicit. Что он... Да, дальше идет глагол диско. Но не просто диско, а в перфекте, да? То, что он изучил. Да. А теперь давайте переведем придаточное. Всякий кто, квис-квис. Всякий кто. Да. Провокатор. Ну, вызывается. Побуждается, да. Побуждается, вызывает. Приглашается. Яця, да, провокатур. Да, доктринам с вам, видимо, науку свою, ученость свою, in medium, видимо, ну, короче, показать свою ученость. В обществе, да? В обществе. Так, смотри, тут, наверное, не очень понятно, как какой-то глагол вот этот внизу, с которого строчка вторая начинается, нижняя. Протера, видимо. Я не уверен. Есть такой глагол, но тогда смысл получается глупый. На самом деле, да. Проферу, конечно. Это просто не пропечатано. Тогда смысл сразу складывается. Ну это для гениев, конечно. Все, я понял. Выводить свое знание в общество. Да. То есть, это проферендум еще, да? Да. Ибо радуется всякий.
Да, всякий тот, кто. Всякий тот, кто вызывается в... Ну, вызывается, чтобы вынести свое знание в общество. Ведь, ну, потому что никто не хочет скрывать, чему научился. Qui homos est miserum et medicum est volet. Neptuno credet se atque etatem suam. Mm-hmm. А какой человек, ну я предположила, что вот так будет приведено. Какой человек хочет, чтобы Цезарь, то есть его близкие, стали несчастными и нищими? Он кредит вверяет Нептуну сом этапцем свою жизнь и своих близких. Только я не очень поняла смысл этого, если честно. Сэс — это просто сэр. Ну, да, сэр. Суи, там есть значение свои близкие, свои родственники. А второе значение счастье? Как-то сложновато. Получается. А если без этого, то как? Какой человек хочет, чтобы несчастные нищие? Полу как хотеть, да, пишет? Угу. Да, да. То есть какой человек хотел бы, да? Нет, это будущее время тогда. Какой человек станет хотеть, чтобы несчастные и нищие... Сесса, я не знаю, куда ткнуть. Это он про себя. Про себя. Всякий человек, который хочет, чтобы он был несчастный, Сесса, он же, да? Qui homo волит, хочет, чтобы он же человек, совпадение субъектов, он же был несчастный и нищий, он мог бы доверить Нептуну себя и свою жизнь. Да? Себя. Сэс – это себя. Кто хочет всегда быть несчастным, тот идет у моряки. В Одессе это всегда всем понятно. Эго вером амо, вером воло дики миги, Мендакем Оди. Да. Я люблю истинное или... Ну, да, истину, наверное, правду. Хочу истину... Дикий это... Я не понял, какая это форма. Это от слова провозгласить. Это то, что... То же самое глагол «дико», только пассивный инфинитив. Я люблю истину. Я люблю истину. Да. Хочу, чтобы истина была мне провозглашена. Сказана мне, да. Сказана мне. Я сказала, чтобы она была пассивной. Сказана мне. Сказана мне. Да? Угу. Оди – это императив. А, это тоже может быть инфинитив пассивный. Нет, я думаю, или что... это императив? Императив. Не-не, это как аму. Это параллельная форма к аму. Я люблю, я ненавижу. А, заканчивается на и? Да, это неправильный глагол. Вот. Так, а мендаким я не нашел. Мендакс надо искать, да, коллеги? Вы нашли мендакс, да? Только посмотрим. Мендекс, лжец. Это уже правильно. Да. И не люблю, ненавижу ложь. Лживая. Ну, наверное. Нет, я думаю, что лжеца. Лжеца.
лживого человека. То есть я люблю истину. Я хочу, чтобы мне истина была сказана. Я лжеца не люблю, ненавижу. Угу. Так, хорошо. 14. Пакем. Да? А вот тут на какую, во втором слове на какую бить? Редуки? Пакем, я думаю, да, пакем редуки. Там даже помечено. Пакем редуки вел виктори экспедит. Пакем редуки вел виктори экспедит. Да. Пакем редуки вел виктори Рекспедит, нет. Викторекспедит. Надо сливается. Викторекспедит. Виктона кесса эст. Да. Велле. Надо с Велле. А, нет. Нет, не с Велле. Экспедит. Надо начать с этого. Полезно, выгодно? Мне кажется, да. Ну, ему тогда ему полезно, выгодно. Или просто полезно. Хорошо, да. Просто, да. Как Дима написал. Просто полезно, выгодно. А, выгодно, чтобы победитель... Нет. Чтобы мир возвращался... Чтобы мир хотел вернуться к победителю? Я не понимаю. Да. А, полезно хотеть. То есть имеет смысл хотеть. Вообще, это хорошая идея, да? Я думаю, так, хотеть, желать. Чтобы экспедит велле полезно хотеть, то есть полезно ставить такую цель, чтобы логическое подлежащее куда тебе какое? Ну, пакем. Пакем. А какое слово в словарной форме? Пакс. Правильно, чтобы мир, да, мир был в пассивном инфинитиве. Угу, возвращен. Почему? А Виктори же как экспедит, да? Нет? Полезно победителю хотеть, чтобы мир вернулся, возвращался. Да, полезно для кого, да. Там это... Я так вроде и подписал у себя. Виктор — это там пассивное причастие в дативе, по идее. А для побежденного это необходимо. Жизнь необходима, да, замечательно, да. Полезно, да, полезно. Не необходимо, но полезно получается, да. А для побежденного это просто позарез нужно, да, необходимо. Хорошо. Теперь сквиклы ак пропинкус сус натура корисимус эссе валует. Полует. Так. Ну, волнует, хорошо. Он хотел, чтобы... А кто он? Подожди, у нас тут есть подлежащее вроде явное, да? А, натура? Да, природа. Видите, он пометил, что в натуре альфа краткая, чтобы мы понимали, что это номинатив, а не блатив. Да. Натура хочет. Природа хотела. Или да, хотела, чтобы корисмус это самый дорогой, да? Самая дорогая. Ну, наверное, начать не с этого места. Природа хоть захотела, чтобы либерус ак пропинкус, вот, суос. То есть такие. Ну, либерус – это аккузатив множественного числа. Ну, вот это аккузативус, это логическое подлежащее, да? А вы свободные? Это дети, наверное. Дети? Чтобы все свободны, чтобы все дети. Просто дети. Чтобы дети. Чтобы дети. Пропинкус это близлежащий или нет? Близкие.
близкие. Чтобы дети, а также близкие, АК это соединительный союз. Чтобы дети, а также близкие, ага, свои, они были эссы какими? Самыми дорогими, самыми. Самыми дорогими? Для кого? Квиквы. Датив. Для всех. Каждому, для каждого. Ну, как у каждого, да. Да. Ди прайкепторен санкти волере паренч. Ну, дальше я ссылку. Ди санкти – это у нас подлежащее, боги какие-то святые, волуэра – захотели, чтобы проекторем, учитель, наставник, наставник эссе был локко парентис, на месте родителей. 17. Некве энем потус северус эссе ин юдиканду, кви алиус ин Северус, эссе юдицес нон будет. Так. Тот, кто хочет. А, нет, наоборот, тот, кто не хочет. Чтобы другой стал в хочет, вы сказали? Ну да. Как коллеги перевели потус? Сейчас посмотрим. Потус. А, потус? В смысле, я думала, мы сначала вторую переводим часть, а потом первую. Потому что здесь эним, ибо. Хорошо, хорошо. То есть кви, то есть то, кто вульт хочет. Ну, вульт, да, не хочет. Тот, кто не хочет, чтобы. Акузатив. Алиос. Другие. Другие. Северос слуги. Нет, я перепутала. Я перепутала слова. Не, все нормально. Кто не хочет, чтобы другие были какие? Какими? Северус. Чтобы другие были строгими к нему. Другими судьями, да? Строгими судьями к нему. Да, в отношении него, по отношению к нему. Ин се. Се – это он же, тот, кто не хочет. Он не хочет, чтобы к нему же, к тому, который не хочет, ин се, другие были строгими судьями. Это ибо... строгий... И не так, стоп. Ибо строгий может стать в суде. Не может, получается. Не может. Не может. В смысле, он не должен, конечно, но тут написано не может, да. Он не может себе позволить, как бы, да. Он не может. Некве потест петь энем ведь, да? Ведь он не может, ведь не может тот, кто хочет. Точнее, чтобы... ведь не может тот, кто не хочет, чтобы к нему, в отношении к нему самому были люди, другие строгими судьями, он не может. Сам быть строгим судьей. Да, в юдикан и юканду, да? Ведь тот, кто не хочет, нонвульт, чтобы другие, алиус, были по отношению к нему же самому, кто не хочет, инсе, какими суровыми судьями, он не может быть суровым в суждении. Мудикаре
Я думаю, что тут имеется в виду не то, чтобы выносить приговор, да, в суде, а вот иметь суждение, мне кажется, да? Выносить какие-то слишком резкие суждения. Он сам не может позволить себе выносить резкие суждения. Так. Помпей. Ну, со второй части, наверное, легче начать. Полностью отвернулся от его дружбы. От дружбы с ним. Пусть это себя отвернул от дружбы его. То есть, ну да. Ну да, да. Угу. И теперь с причастиями там идет, наверное. Так, инкитатус это подстрекаемый. Инимикис это вражда? Или... Нет, это нет, не совсем. Близко, но. Инимикус это враждебный. Это просто неприятен. Неприятен. Да? Неприятен. Да? Приятелями, множество число. Подстрекаемый неприятелями Цезаря. Да. И который... так. Дигнитате... Который не хотел, да? Точнее, хотел, чтобы никто. Он хотел, Волебот, это прошедшее время, чтобы никто, наименуем, с ним самим, секум, был экс айквари, пассивный. Получается. А, равен по достоинству. Ну, да, по дигнитас. В этом отношении, дигнитас. Дигнитас это уж там достоинство, положение, звание, статус, наверное. Да. То есть, если все вместе, Помпей, подстрекаемый неприятелями Цезаря. И который не хотел, чтобы никто не был ему равен по статусу, скажем, полностью отвернул себя от дружбы с ним. Да. То есть Помпей разорвал дружескую связь, разорвал связь дружескую с Цезарем. Почему? Потому что, во-первых, он был подстрекаем не другими Цезаря, об инимике с Кайзерс и Никитатус, а также потому, что он желал, чтобы никто не был равен ему по статусу. Из-за провокации врагов, а также из-за собственного честолюбия, он разорвал связи с Цезарем. Об этом пишет, кстати, как вы понимаете, сам Цезарь, да? Потому что это записки Цезаря, да? Где здесь аккузативус кум инфинитиво? Неминем. Хотел, чтобы никто не был уравнен. Экзайквари – это инфинитив. Это инфинитив, да, пассивный причем, да? Неминем, да. Известная по Жюль-Верну, да? Капитан Немо. Немо. Немо, да? Ути, помните, это кто такой Ути? По-гречески это Ути, по-латински Немо. Ути так себя называет Одиссей, когда его спрашивают. Циклоп, никто. Кто, да. Или qui traecae formam rerum carum deterunt corpora juvenum firmari labore voluerunt. Так. Ну, наверное, нужно с Дедерунд начинать, да? Ведь они совершили, сделали. Знаете, а может, давайте начнем с главного предложения. Это все-таки подлежащее, зависимое предложение, предаточное, да? Хорошо. Вулуэрунд, может быть, да? Они хотели. Да, хотели. Чтобы тела молодых. Ну да. Да, правильно. Тела молодых. Сейчас.
делались, как бы укреплялись, закалялись. Калялись фермы? Трудом. Трудом. Значит, они, те, которые хотели, чтобы тела молодых были укреплены трудом, укреплялись трудом, а дальше теперь придаточные. Кви? Кви – это же кто? Да, это множественное число, да, те, которые. Угу. Те, которые... Дедерут, это что, какой глагол? Ну, это до, получается, они сделали. До, деди, да, туда, да. Это тоже перфект, множественное число от глагола делать, до. Это глагол дидами греческий, давать, да? Они совершили общественный формам рерум. Греческий формам рерум. Да, да, это, чтобы это значило. Что такое форма, да? Знаете, тут интересно, да, тут надо даже про форму забудьте, посмотрите, рерум публикарум. Рерум публикарум. Это какие падежи? Рерум публикарум. А, генитив точно, да, конечно. Одинаковое окончание рерум и публикарум, да? А если мы это все переделаем в номинатив, что получится? Какое слово известное? Ну, республикарис какой-то. Республика. Общая, республика – это общее дело. То есть можно говорить государство, да? Хотя это не точно. А, ну, угу. И, ну, я понимаю, к чему это все идет, я просто не совсем понимаю, когда сказать это. Просто они совершили, они построили греческую... Далее. Значит, ДДР, это до, да? После до должен идти что? Должен идти аккузатив. Аккузатив. Значит, какое слово в аккузативе у нас здесь получается? Форма. Ну, греческого государства. Это Цицерон говорит не про римлян, а про греков. Те греки, даже можно сказать, которые... Или просто те люди, которые в Греции вообще сформировали государство, они хотели, чтобы тела юношей были укреплялись трудом. Дмитрий, да, давайте. Адрианус финем империи эссе волиют Эуфратом. Адрианус захотел, чтобы Еврифат был границей империи. Эфрат, это река. Да, Эфрат. Аттикум Зекаевус ностер дици ораторам волебам. Наш Кальвус хотел, чтобы аттический оратор возвестил о себе. Это же свой, ну, то есть о себе. Это в аблятиве или в дативе же, да? Нет, не в дативе. А это аблятив? Кузативе еще можно. А, в кузативе? Так. Наш Кальвус хотел, чтобы сам говорить аттического оратора. Кальвус, да. Кальвус – это номинатив, да? Достер. Наш. Наш, да. Вот наш Кальв, да? Что бы, подлежащий какой? Оно тут все в аккузативе. И атикум, и се, и ораторам. Да, я предполагаю, аттикум – это аттический или житель Аттики. Оратором – оратор. Се, су и су. Какие есть идеи? Дима, как вы переведете? Анна, как переведете? Кальвус хотел, чтобы его... Там какое-то значение надо для Дико подбирать. Провозгласили, наверное. Провозглашали Ностер Аттикум. Оратором. Нашим аттическим оратором.
Нет, это водная конструкция. Кальвус ностер валебат. Наш Кальви хотел. Наш Кальви хотел, а дальше вот это сей, как раз важное здесь слово, потому что это и есть логическое сказуемое. Но оно получается, совпадает, это скорее инфинитивная конструкция. Кальвус хотел, чтобы наш Кальви хотел, чтобы он был назван аттическим оратором. Vis me ducere uxorem. Ты хочешь, чтобы я женился? Наверное, да, просто, да. Ты хочешь, чтобы я что, женился, да? Corporis exigua desideria sunt. Frigus submoveri vult, alimentis famem, axitim extinguere. Значит, незначительные, как бы, скорби телесные, как бы, есть. А как дезидерия приведем? Желание. Желание тела, да. Множественное число, средний род. Желание тела. Желание тела являются какими? Они какие-то мелкие. Небольшие, да, мелкие. Это сцена. Это сцена, как пишет, да. Он призывается к скорости. Да? Что получается? Так. Хочет, наверное... Фригус. Подлежащее... Не видно. Как бы изгнать, устранить холод. И в конце фригус. Фригус какой-то падеж надо вот понять. Инфинитивы идут. Устранить. Хочет устранить. Да, холод. И еще экстингуэра. И да. Экстингуэра, да. Уничтожить. Ну, тоже, типа, устранить. Ну, тоже. Типа устранить, да. Да. Фамес это голод, и ситис жажда. Голод и жажду, и алиментум это пища. Это с помощью чего? С помощью с помощью питания, так сказать. Облатив. Все вместе тогда. Значит, незначительные желания телесные. Они являются, являются незначительными, да. Да. Телесные желания. Хочет устранить. Кто-то хочет, да, непонятно, как кто. Непонятно, да, подлежащее, как бы нет. А есть какие-то идеи? Вот, коллеги, как вы думаете, кто хочет? Ну, явно не холод. Холод не хочет, не может ничего хотеть. Дезидериум это здесь во множественном числе, да. А вульф единственный, так что это нежелание хотят чего-то, да? Кто же хочет? Тело хочет, нет? Тело, да, первое слово, корпус, корпус, корпорис. Просто, понимаете, Марк, вы привели прилагательным, да? Ну, потому что это множественное число, корпорис. Нет, это третье склонение, давайте посмотрим. Корпус, корпорис. Нет, не третье. То есть, в смысле, нет, не множественное, это единственное. Корпус, корпорис, это обычный генитив у нас здесь в тексте. Но подразумевается, что оно-то, действующее лицо, тело. Ага, понятно. То есть желания те, интересные, лучше сказать, тело, они являются мелкими, да? И оно тело хочет, вульт, да? Да, да. Прогнать, устранить холод и тоже как бы устранить голод и жажду пищей. Да, но вы немножко пересказываете, а тут все-таки сказано, оно хочет не устранить. Нет, оно не хочет устранить. Оно хочет, чтобы холод был устранен. Вот так. Да. Глагол у нас пассивный, да? Да. И получается тогда, что фригус... Чтобы холод был устранен, да, все правильно. Да. И уничтожить, ну, как бы устранить тоже голод и жажду с помощью пищи. Да. Так, меня смутило, что я думал множественное число corporis. Ага, qui virtutem suam publicare vult non virtuti laborat sed gloria. Кто хочет
сделать публичным или обнародовать свою храбрость, свое мужество не для мужества работает, а для славы. Да. Не для того, а для этого. Два датива. Отлично. 26-е, последний на сегодня. Pictures, pictures et equi signa obliquantu. Et vero etiam pote sum quisque opus avulgo considerari vult. Так, живописец и некие они... Живописцы, да? Живописцы, множественное число. А, живописцы и они, я не знаю, кто это, они, которые... И те, которые сигна фабриканту, сигна, сигну. Которые изготовили статую. Я думаю, что это архитекторы имеются в виду. И, ой-ой, скульпторы. То есть живописцы и те, кто статуи лепят, то есть скульпторы. И архитекторы и поэты. А что они делают, я не могу понять. Если вульт в единственном... Каждый. Давайте вот начиная с квисквы переведем. Квисквы, вульт. И каждый хочет, чтобы... Рут и народ. А, это... Народом. А, чтобы труд народом обсуждался. Да, каждый хочет, чтобы труд, его собственный сум, да, народом обсуждался. Угу. Тут такое согласование просто немножко неправильное. Вот если мы говорим про художников, а также если мы говорим про тех, которые статуи лепят, то каждый и даже про, если мы говорим даже про поэтов, то каждый хочет, чтобы его собственный труд обсуждался публикой, народом. То есть сначала он дает плюралисы, художники, скульпторы, поэты, а потом он говорит, и вот каждый из этих перечисленных хочет, чтобы его собственный труд народом обсуждался. Так, значит, а потом сужает это до слова каждый квисквы. И вот каждый из них, да? То есть мы бы поставили в этом месте тире. И истинно вот это вот, да, истинно вот, нет, художники, вот эти те, кто изготавливают статуи, и даже поэты, тире, истинно каждый хочет, чтобы его труд обсуждался публикой.